Ну привет, я Ди. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Ну погнали. Какая твоя любимая серия поняшек? Я не смотрю My Little Pony Friendship is Magic. Ну или как он там называется. Какие аниме ты смотрел? Наруто, Атака Титанов, начинал смотреть. Хелсинг, Охотник Ди, не потому что его зовут Ди. Тетрадь смерти, Когда плачут цикады, Эльфийская песнь. Не знаю, можно ли считать Миядзаки штуки за аниме, но, короче, тоже нравится. Сколько языков ты знаешь и какие? Английский, латынь, испанский, ну, в общем, все понемногу. Кто эта девушка из квест-рума? Ты ее знаешь? Не понимаю, о чем ты. Как у вас в семье выражается поддержка? Как поддерживают тебя каждый из семьи и как ты их? Ну, когда мне грустно, я захожу к Хэви в комнату и сворачиваюсь в калачиком у него на коленях. И начинаю плакать. Вы же это хотели услышать, да? Каким шампунем ты пользуешься? Они мне за рекламу не платили. Сколько стоят твои услуги в школе? Очень не помешало бы. Это секрет. Ты явно не из нашей школы. Ты приемный? Да. Какую косметику используешь и что побудило использовать косметику? Мне просто нравится, как я выгляжу с косметикой. А какую я использую, не скажу. Бесит ли тебя Хэви или же ты любишь его как брата? Он меня бесит как брат. Как ты относишься к такой популярности у фанаток? Каких еще фанаток? В чем смысл всего сущего? А в чем смысл всего срущего? Ха, прикольная аватарка. Здравствуй, как относишься к окружающим? Считаешь ли ты тех, кто на порядок ниже тебя в интеллектуальном плане, людьми второго сорта? Я не делю людей на сорта. Какая наука тебе кажется наиболее увлекательной? Ну, раньше интересовался физикой, химией. А сейчас больше тянет в сторону психологии. Почему не поставишь замок на дверь? Чтоб Хэви не разревелся. Любимые музыкальные группы и жанры? New Metal, тяжелая альтернатива, Metalcore. Но если конкретно по группам, то сейчас слушаю Omnium Gatherum, Black While Brides, Гостов там. Каких писателей ты любишь? Специально для вас поставил на передний план. Видел фанфики тебя с Хэви? Посмотри, тебе понравится. Ну-ка. Мне не понравилось. Нравятся крыски? Нет. Ди, у тебя все хорошо в отношениях с братом? А то кажется, что вы друг друга пассивно ненавидите. Как ты на самом деле к нему относишься? Нормально отношусь. Хочешь отношений? С тобой, что ли? Из комнаты брата не пахнет? Нет, не пахнет. В какие игры предпочитаешь играть? Overwatch, там, Warcraft, Ведьмака уже 3 раза прошел. Из последнего Киберпанк, Red Dead Redemption. В Resident Evil еще играл во все части. Ну и там так далее. Как ты относишься к ролевым играм живого действия? В лесах там и так далее. Хотел бы поучаствовать в таком месте с семьей? Ну не знаю, раньше там в детстве прикольно было, там с Хэви играли. Ну а сейчас как-то я вырос из этого. Хэви теперь один играет, никак не вырастет в лесу своем. Ди, любишь ли ты кого-нибудь? Не твое дело. Старое аниме нравится, например, Астробой? Нет. Какой любимый жанр аниме? Я в них не разбираюсь. Как зовут твоего питомца? Хэви. Как дела на личном фронте? На то он и личный. Яичный. Ди, часто ли тебя раздражает брат? И есть ли у него какие-либо качества, которые тебе нравятся, уважаешь? Но его часто не бывает дома. По мне хорошее качество, уважаю. Слушаешь My Chemical Romance? Если да, то какой альбом любимый? Слушаю, но любимого альбома нет. Ты бросил игру на гитаре? Да, мне это неинтересно. Как окружающие относятся к твоему макияжу? Да мне похуй. Ди, у меня к тебе 2 вопроса. Как ты относишься к Густаву? Никак. Я не знаю, кто это. Что произошло, когда Глэм нашел твои сигареты? Да это не мои сигареты были, а мамины. Она их просто попросила спрятать за холодильником, но не на кухне. Вот и понимай, как хочешь. Как ты относишься к инстаграму Хэви? Да пусть играется. Лишь бы ТикТок не заводил.
Хотел ли ты когда-нибудь накачать мышцы? Лучше голову качать. Ди, куда ты ходишь по ночам? В туалет хожу. Не хочу проходить через комнату Хэви, еще разбужу его. Ди, как ты ухаживаешь за волосами? Я вам что, бьюти-блогерша, что ли? Рерити или Рерити? Да не смотрю я ваших поней. Смотришь еще мульты помимо поняш. Да вы задрали уже! Ди, ты слышал инфу о солисте группы Twisted Sister Ди Снайдере? Не думал ли ты, что тебя назвали в честь него? Да, так и есть. Первый вопрос. Как относишься к сибирскому панк-року, ну, например, к гражданской обороне, черный лукич и так далее? И второй вопрос. Как относишься к Джо-Джо Бизар Адвенчер? Я это не слушаю и не смотрю. Как ты относишься к Сврему брату? Вполне себе Свремый брат. И кем видишь себя в будущем? Я не доктор Манхэттен, чтобы заглядывать в свое будущее. Ди, хотел бы сестренку? Смотря сколько лет сестренке. ВК или Инста? И то говно. Что посоветуешь в плане фильмов? Советую посмотреть «Комнату» Томми Вайсо. Хороший фильм. Как ты умел, Мефиск, друг, где счастье тебе даром, но идешь обиженным. Так, и да-да-да-да-да. Какая любимая и нелюбимая еда? Любая. Я не привередлив. Есть ли вероисповедание или жизненная философия о богах и боге? Я атеист. Если бы дьявол предложил тебе заключить кровавую сделку, на что бы ты обменял свою душу? Если уже это сделал, можешь не отвечать. Считай, что я уже это сделал. Ди, есть ли у тебя какое-нибудь любимое растение? Мой брат. Куда будешь поступать после школы? Еще не решил. Не думаю, что у меня будут проблемы с поступлением. Есть ли у тебя проблемы в школе? Например, задирают ли тебя из-за твоего внешнего вида или из-за того, что ты зазнайка? Как ты с этим справляешься? Я не зазнайка. Как справляюсь? Ну, у меня свои методы. В каком-то классе? В 10-м. Ди, как ты ночью так с трубы упал и весь в синяках, если чё Хэви рассказал? Чё, в чём вопрос-то? Что больше предпочитаешь, мотоцикл или авто? Авто надёжнее. Чё по волосам? Долго это гнездо к выходу готовишь? Иногда минут 10 укладываю, иногда 15. Зачем тебе столько жестких дисков? Все сезоны My Little Pony хранить. С какой целью ты носил с собой то самое видео с кошкой? Я с собой не такое ношу. Тебе в этой обуви не жарко? Терпимо. Как долго ты уже помогаешь одноклассникам за деньги? Маргарита Семеновна, вы что ли? Ничего я не помогаю, все это слухи. Ты дрался? Ну да, бывало. В МК там, Street Fighter. Привет, Ди. Хотел задать вопрос. Как ты относишься к тому, чтобы тебя нарисовали? То есть, ты побыл бы натурщиком для меня? Мне понравились твои пропорции. Попозируешь? Конечно же, в одежде. Это че, надо стоять и не двигаться? Не, у меня нет на это времени. Какие отношения с семьей? Обычные отношения. Обидно ли тебе, что Хэви сильнее тебя? Сильнее воняет, что ли? Ди, это твое полное имя? Если нет, то как звучит твое полное имя? Ну, вообще-то у Ди Снайдера полное имя Дэниелс. А у меня Ди. Так что у меня полное имя Ди. А ты знаешь, без мягкого знака, почему иногда твой отец злится и боится, что ты его опозоришь, без мягкого знака? И почему ты так унижаешь Хэви в умственном плане? Ведь это просто ты слишком умный. Ах, никто никого не позорит и никто никого не унижает. Вы просто проецируете собственные проблемы на наши семейные отношения. Что бы ты сделал, если бы тебе досталась тетрадь смерти? Ах, уж точно не то, что сделал Лайт. Стать богом этого мира. Что за идиотская цель? Какой тип девушек тебе нравится? Ну, которые одеваются со вкусом, следят за собой, там, ну... Какой любимый альбом Disturbed и любимая песня из него? Любимый альбом Immortalized, а любимая песня из него, наверное, The Light. Кафка, Стругацкий или Толкин? Толкин. Кто твой любимый персонаж из аниме «Тетрадь смерти»? Кстати, если не сложно, покажи фигурку Рюка поближе. Я думаю, ты сам ответил на свой вопрос. Как ты относишься к Чесу? Нормально отношусь. Ну, он нам почти как родственник. Тебе было обидно, когда Глэм назвал тебя бездарным музыкантом? Ну, начнем с того, что я не музыкант.
А насчет того, что бездарный, ну, иногда у него бывают обострения. Какой у тебя модели и фирмы телефон? У меня их несколько. Что ты сделала во время ответов на вопросы у Хэви? Мы видели, как ты видео взломал. Как вы это видели, если я его взломал? Да этот дебил даже банить не умеет. Небось, сам себя взломал случайно. А я там просто камеру врубил, хотел его сфоткать. Хочешь съехать от родителей? Ну, думаю, в 18 точно съеду. Хочется как-то личного пространства побольше. Как твои волосы выглядят без резинки? Мне не нравится. Почему Хэви считает, что ты слушаешь попсу? Потому что он идиот. Веришь ли ты в сверхъестественное? Какой сезон? Как относишься к тому, что весь фандом превратил тебя в гея? Никто меня ни во что не превращал. Фантазии ваши больные. Ты прямоугольник. Что нельзя удваивать у секст-аккордов основных трезвучий? А, вот. Бас. Знаешь SCP? Если да, то какой SCP тебе нравится? Ну, мне нравится скромник. И что бы ты сделал, если оказался бы классом D? Уволился бы или сдох? Сколько тебе лет? 15. Что такого запретного хотел посмотреть в интернете, что даже пришлось взломать защиту? Софья, тебе рано об этом знать. Здравствуй, Ди. Скажи, пожалуйста, ты играл когда-нибудь в Undertale? Если играл, то на каком пути? Пацифист или же геноцид? Хотя ты мог играть и не на нейтральный. Да, играл сразу на геноцид. И сломал нахрен игру. Хелсинг или Хелсинкова? Ну, в Хелсинге опенинг круче, а Хелсинкова лучше повторяет мангу. Наверное, Хелсинкова все-таки хуже, потому что тупо пересказывание манги. Пьешь алкоголь втайне от родителей? Нет, мне это не нужно. Что общего у ворона и письменного стола? А, вопрос шляпника. Никогда не любил Алису в стране чудес. Ты смотрел Наруто? Если да, то какой твой любимый персонаж? Шикамару. Если бы ты на сутки стал Хэви, то что бы ты сделал? Я бы книжки научился считать. Считаешь ли ты, что любая цель оправдывает жертвы? Смотря какие жертвы, смотря какая цель. Хочу пиццы. Кстати, отличная идея. Так, блин, кто из вас придурков пиццу заказал? Я не знаю. О, это не я. Ошиблись адресом. Надо вернуть. Подождите, не надо возвращать. Там оплачено уже. Что значит оплачено? Да это я заказывал, там оплачено уже. А почему с моей карты? А, да я промокод использовал. Там, короче, 30% скидка была на первый заказ. Так что, ну, я не думаю, что...